Ранее, сейчас мы говорим о том, что паспорт вакцинации после двукратной вакцинации можно получить через eGov-площадку после регистрации. Значит. И паспорт вакцинации включает в себя фотографию, самую последнюю фотографию, которая имеется в юридической базе страны. Кроме того, паспорт вакцинации содержит информацию о вас, значит, фамилия, имя, отчество на трех языках, на государственном, русском и английском языках. Соответственно, информация о вашем возрасте и информация о полученных, о виде, дозе, сроках, значит, годности вакцины. Соответственно, наименование и производство вакцины также будет, значит, фигурировать в данном паспорте. И, значит, паспорт вакцинации вы можете, как мы уже говорили, иметь электронную версию. И по вашему требованию вы можете получить за печатью медицинской организации на бумажном носителе. Спасибо.